Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я ваш гость, Игнатий Тихонович, Сергей Игнатов из Донецка. И вот говорят, лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы много раз и видели по видеороликам, как вы живете, ваш аскетический образ жизни, ваша бережливость. Ну, на грани того, что непосвященные в детали люди чуть ли не заявляют, это жизнь бомжа. Вот глядя на обстановку, в которой я нахожусь. Вот что я заметил. Перед тем, как сюда зайти, в вашу комнату, вы мне сразу предупредили разуваться. Дальше порога обувь свою не переступать. На чистые коврики ступать чистыми ногами. Быть предельно внимательным. Я первый же день согрешил. Зашел и пошел в обуви. Как будто какой-то я медицинский работник, оказываю скорую помощь больному. В этом я каюсь, что вроде что-то знаю, а в памяти не держу, потеря бдительности. Что бы вы могли сказать об этом понятии, как бережливость? Бережливость по отношению к воде, к нашим ресурсам природным. Я вот у вас в гостях нахожусь, я эту воду черпаю и выливаю одно ведро за другим. И посуду мою, все такое. А смотрю, как вы делаете. Экономно. Миску вытерли листом бумаги, она чистая, обеззараженная. И вы с ней продолжаете вкушать пищу. И ничего не происходит. Я же эту посуду несу на кухню. Мылом мою. Воду перевожу. Ну, действую как городской житель, который не знает цены каждого литра воды, которая тут добывается из колодцев, с насосами подается. Это все электроэнергия и все такое. Далеко тут не отходить, так видно будет, чтобы было. Так, я не знаю, свет-то мешает, нет? Нет. Нет. Ну, если кто-то говорит там какие-то, да, говорят там в интернете, заходят люди-то. Я представляю, как они живут в стали, ну, допустим, стол там, шифонер, пустой холодильник, как он говорит. А вы тут жрете и жрете, и грязище, свинарник, какую грязище увидели, свинарник. Не побелена печка, так а что ее белить-то? С какой стати-то? Пасха придет, ее побелят, и больше не надо. Вот я сейчас покажу кое-что, что у меня есть. Не все людям понятно это, почему именно так. Вот я покажу. Вот, допустим, у меня валенки. Вот эти валенки, сколько им лет, я не знаю. Вот они починены. Видишь, какая вот здесь. Вот здесь захвачено. Ну, какие это валенки? Да вот еще дыра туда. Ну, разлетелась. Я опять сейчас починю. А здесь сколько? Вот она внизу заплата. Вот на нее вот это вот серое. А это уже стерлось все черное. И это все тут дыры зашитые. Ну, а здесь-то ясно дело, сколько здесь. А здесь сколько заплат-то? Да как ты в Барнауле, посмотри, какие у меня валенки. Это любой, я покажу только. И вот она где-то. Здесь дырка. Опять сам зачиняю. Ни копейки это не стоит. Это вот капроновая нитка порвалась. Вот дырка была, зашил. Вот здесь затянул. Мне тепло. А сейчас котята играют. Я вставил такие вот, чтобы они залазят в валенки и ночуют. Маленькие совсем. Вот так. И это точно так у меня с распоркой стоит. Вот сапоги, допустим, я могу показать. Вот они сапоги. Какие-то взял, я не знаю, откуда я их взял. Вот котята, видно их, нет? Да я показал котят. Вот она, покажи. Угу. Вот они сосут. Мать пришла, буска, а рыжий он как будто бы кот, а это кошечки. Они все еще сосут. Он потягается как. У меня попросили их, я выращиваю. 12 числа, значит... Им был месяц. Вот месяц и 10-12 дней. Вот сапоги, видишь как? Вот она, все разрывается. Вот прошил я, а она порвала дальше, оторвала это. Ну еще вот дальше зашил. Капрон, она полностью развалился сапог. И здесь развалился. И здесь вот она дырочка. Ну и что? Вот это надо под низ где-то там. Своими силами, ни копейки не трачу. Кому от этого худо? Тем более, если православные считают жития святых, как они жили. Беспокровное житие, там ходили в шкурах, как Яники с большого козла шкуру взял, не высушил, еще прямо сырую надел и так и ходил. Там какой запах-то от него был-то в южной стране? Ничего нет, он прославляется как великий. За 20 столетий, так как Василий Великий, там
Словом Велике только 17 человек было. Некоторые не знают даже этого. Вот. Я показываю. Ну, один сапог взял, другой. Вот. Вот это сапоги тоже где-то достались. Я утром выхожу. А у него подошва лопнула, разлетелась вот здесь вот. Ну и что? Я тогда взял картонки, вырезал из-под соли вот это. Там мешочек, которым лежит, и каждый день раз я пройду, она влага пройдет до нее, а дальше не идет. А днем я другой сапог надеваю, другой. Так у меня еще и это выходные, а те вот сапоги, которые здесь, вот они. Это в этих сапогах я работал все лето. Вот они сапоги, даже починять уже никуда нельзя. Вот оно все, пожалуйста. Вот оно с этой стороны. Ну, кто посмотришь, ну, как штиблеты. Ничего, мне нужды никакой нету. Ноги здоровые. Ну, правда, сучки туда попадают, колят, говорят. Вот это один сапог. Я показываю. Вот второй сапог. Сколько я ушил? Где такие? Вот брось, как они стоптанные. С подковкой. И здесь пришито, и здесь, и здесь. И что? Ничего, я благодарю Бога. Вот у меня даже обыкновенная портянка. Портянка и та шита, перешитая. Вот они. На портянке. Вот это заплата. Я ни копейки не потратил на это. А деньги высводятся помочь нуждающимся. Сейчас там мать умерла одна где-то. Где бы я взял? Минимальная пенсия. Я никого ничего не взял. Я просто показываю. У меня и брюки. Вот я хожу в брюки. У меня столько заплаток, я посчитал, там 27, кажется, заплаток только. На пятый раз уже. Вот Надежда Васильевна взяла у меня костюм, она его постирала и полностью заменила подклад. Она рубашка у меня здесь есть, она с заплатами, где-то 30 лет, говорит, ей уже. Я ношу ее. Фуражка вся и задралась. Сейчас сделали такую фуражку мне, это покрыли ее новым материалом. Все заглядывают на нее и говорят: ой, говорит, какая у вас огненная фуражка-то. Я люблю этот флаг российский. Вот. Рождается все в крови, должны думать о небе. И белый престол в Откровении говорится. Все. Независимо от того, кто христианин, мусульманин, буддист, язычник. Это у всех одинаковое. Это вне национальный, вне конфессиональный. Это флаг всемирный, это проповедь где-то. Вот надел я ее, а то у меня ничего не было. У меня ничего совершенно нет такого, чтобы вот я привязан к чему-то был. А к чему? Зачем? Как бедно? Я смотрю, что полезно. Вот мелкая картошечка с ноготок, мы ее не бросаем. А хорошую привезем, у нас глухонемые, им подарить. Я никогда не продавал это, ни грамма, ни, нигде никак. Я объясняю, я православный. И мне это как раз, как говорят, то, что доктор прописал. Самое маленькое мы стараемся сберечь. А тут военные помогли мне с фуражками. Военное училище-то. Оно маленькое-то маловатое. Тут разрезали, жена вставила что-то. Вот фуражка, пожалуйста. Рады стараться. Хоть как поверни. И везде нам хорошо. Я вам даже скажу, одеяло, вот я сплю здесь. Это моя кровать, мое лежбище, так говорится. Вот там не дернет их только, там привязаны. Вот посмотри оно какое, одеяло. Вот сколько в нем заплаток. Вот оно где. Вот, она вся в заплатах. Видно, нет? Да, она... видно. Видно? Видно. И мне даже нужды никакой нет. Вот в чем дело-то. Сказал бы я стремился, ущемлял себя, нет. Мне просто нравится. Вот этот выброшенный стул, вот к нему привязал палочку, проволокой прикрутил, все, пошло дальше. Я куда ни поверну голову, у меня все хорошее, мне кажется так. Вот пол, я этот пол подметаю в день примерно 3 раза. Я люблю в доме, в избе очень, чтобы чисто было. Вот тоже нашли там какую-то, перевязал ее, вот и все. Пол-то маленький, комнатка-то 12 с чем-то квадратов или 13. И там, где я жил, точно так же. Вот какие дрова берут люди, приезжают, хорошие березы молодые рубят. А у меня все гнилушки. Гнилой пень нашли, разбили. Вот оно, дрова.
Вот они какие дрова. Их никто не возьмет. А я принес их в избе, было холодновато как-то. Думаю, перетерплю, там у меня градусник, вот это, если как назвать, термометр. Я у него посмотрю, пойдет. Опять, иногда до 7 градусов доходит, тогда уже совсем не могу, тогда затоплю. Уголь есть, который Виктор Николаевич завез. Но стараюсь не трогать, только в крайнем-крайнем случае. Это вот палатки военные мне дал генерал-полковник Пинков Борис Евгеньевич. Он в Москве сейчас живет. Генерал-полковник. У меня хорошие отношения с ним были. Он много дал мне, 70 пар примерно брюк военные, кителя, шинели. Мы все постирали. И теперь ребятишки у меня, я их одену, они как солдаты-швейки ходят, и нужды никакой нету. Вот оно, посмотри на них. Видно? Как они залезли, я не знаю. Я тут загородился от них, чтобы на кровать не лазили. Но они там, пускай. Поэтому человек что нуждается? Это питание, одежда, жилище, транспорт. Ну, легко было отдохнуть где-то. У меня все это есть. У меня частный дом, в городе тоже частный. Я не слышу, как там стучат до 12 часов. Я в любое время лягу спать, никто мне не мешает. Кто-то часы дал и повесили, я не заряжал ни разу, они все идут и идут. Иконы мне много надавали в Жорданвилле в Америке. Ну как-то вот так все удивительно Бог сделал. Куда ни повернусь, ничего нету. И в то же время есть. Когда меня первый раз обобрали, в 80-м году арест был, ну и много забрали. То есть что-то вернули или как-то. А брат приехал, отец Аким, смотрит на полке, опять книги стоят. А у меня от пола до потолка вся стена в книгах. Ну, взяли там книги какие. Я стою в храме, стараемся не оборачиваться. Кто-то меня за руку, потом в руку мне что-то дает, я взял, не оборачиваюсь. Кончилось, я посмотрел такие же книги, которые у меня изъяли. В пакете, запечатанные, все. Кто, так и не знали. Но я не обернулся, в храме Покровском в Барнауле стоял. Как Бог. Господь так все сделал. Ничего не понимаю совершенно в этом, в компьютерах. Вот приходит у меня, тут брата Виктор звать, программист, и говорит, закройте глаза. Я закрыл глаза, сижу за столом. У меня старенький, вот такой вот был. Вот. Это, ну, такой вот компьютер-то. Там еще можно было вставлять такие диски маленькие. Дискеты. А? Дискеты называются. Дискеты назывались. Ну, вот, правильно. Ну, вот, говорит, слушайтесь. Я гляжу новый. Я говорю, а как так? Да вот, сделал и молчите, делайте свое дело. Я прихожу с занятий в университете. Лежу, пурга, и на кресте стоит ящик. Что у меня, взрывное устройство, может, какое-то построили? Перекрестил, в избу занес, открываю, а там большой монитор. По сегодняшний день не знаю, кто. Я когда рассказываю, как издал первую книгу стихов, стихи, их у меня уже нету, они все разошлись, и поэтому только несколько экземпляров осталось для... Не людей, а государств. Вот из Испании выписывали книги. Один экземпляр. Для Португалии один экземпляр. Для Шотландии один. Для Ирландии, Великобритании. По одному экземпляру. Везде, где мне пришлось быть. Для Болгарии один. Имею оттуда благодарность. Для Греции один экземпляр. Сам развез, все подарил. Вот издать все, это стоит не дешево. Даже вот по старым ценам это 750 евро. Один экземпляр у меня. Это 38 книг. Книги большие, вот там они есть. По 750 страниц. Там он целый ряд стоят, их видать. Вон там, кверху если поднять, то вот так видно, нет там. Я могу даже показать, залезть. Одна книга, так это одна, а их-то 33 тома, 30 только в бумажном варианте. Вот оно где. Вот 12 том. А с 13 уже в твердом переплете. Фотографии.
Каждый том 752 страницы. Вот. Ну а дальше уже книги пошли в твердом переплете. Вот они какие книги. Это 20-й том, это моя беседа с Александром Менем в Ворде. 64 страницы цветных фотографий. Вот какие. Так что 850 евро на 1000 умножь. Получится 750 тысяч. Это тысяч. Если полный комплект. Я имею в виду полный комплект. А теперь эти переведи рубли. Это евро в рубли. 750 на 7,749. Ну понятно что-то. Где-то за 45 миллионов заходит. А как это так? Не знаю. 600 городов мы объехали, подарили. Я вот, а вот какой вот есть у меня рубашка здесь военная. Вот она мне, это мне подарили. Это не мое, подарили. Вот это. Я проехал по всей Америке. Везде фотографировались. Притом не просто фотографировались, а меня вытаскивали. Вот вышли эти торговые два центра, которые 11 сентября повалили. Я на них был наверху. $5 надо на то, чтобы тебя подняли туда. 50 человек в этом в контейнере, лифте. И там сколько-то центов дашь, рядом статуя свободы, посмотреть. Это мне все Господь дал. Я это видел. Только вышел оттуда, стоит коп, называет этот, полицейский, здоровый, крепкий. Подошел ко мне и говорит по-английски: сфотографируемся? Я говорю, ну, давайте. Вот пальмы растут. Он сфотографировался, когда и говорит: Россия пойдет вверх, а Америка будет идти вниз. Не знаю, то ли он мне хотел понравиться, так сказал. Вот, а я какой был такой, я в таких же сапогах, рваные носки. У меня носки на 10 раз перештопаны. Даже кому показать, они не поверят, что со сегодня могут люди так ходить одеваться. Вот говорят, как бомжи? Да у бомжей такого нету. Это напрасно, они говорят. Бомжи обижают нашим именем. Где же это у меня тут есть? Вот. Я вот лежат носки. Я их не выбрасываю. Вот носки. Вот кто такие носки носит? Вот. Я их сам починяю. Сам никому не доверяю. Вот оно как. Вот тут пришито. Ну его видно, что это нашитое. Вот он носок. Сколько раз здесь? Сколько здесь заплат? Латка на латке. Латка на латке где-то. Ну, а мне нужды нету. Да, как бомжи, нет. Бомжи носить такое не будут. Я не согласен. Да у вас там как грязь. Грязи нету. Это напрасно. А они там едят, что попало. Желудок определяет, не вы. Желудок. Что попало, он извергнет обратно. Попутно хочу сказать, я не болею. Это самое главное. Все время работаю физически. Физически. Молодые, вот это я когда снимаю. Вы только снимаете, вы не работаете. Смешно даже. Молодые не успевают. И здесь, дайте хоть маленько передохнуть. Они, то есть запариваются. А то что, пилить вручную, копать землю. Ну и проще. Содрогание нельзя мне иметь вот, после позвоночника операции. То есть долбить, забивать сваи, кувалдой я не могу. Если два раза стукну, у меня позвоночник сползает. Вот поэтому... И какие у меня шторки. Вот они, какие шторки. А это что? Какое-то одеяло было, наверное. Вот его сделали, закрыто плотно. Затемнение, как в войну. И мне эти укоры разные ничего не значат. Тем более православные. Ты посмотрите, когда изображают Алексея Божий человек, Мария Египетская. Как они одеты? До них ничего нет. Потому что подрисовали. У них этого не было. Я благодарю Бога, что... Господь мне так это дал. Ничего нет. Но завтра, если мне надо что-то, я начинаю молиться. И завтра у меня все есть. Первую книгу, вот особенно стихи, считали такой экспресс, маркер экспресс газета, говорит, что помощь с того света, заголовок. Помощь с того света. Была такая у нас Надежда Павловна. Вот она... Была у меня там комендант-эконом, смотритель, и очень-очень хороший человек.
Вот она, у нее сыновья милиционеры. Мы очень близкие были, и она, у нее рак груди был. Дальше пошел и метастазы. Я говорю, ты как сейчас умрешь, по мытарствам будешь идти, то там ты увидишь Николу Чудотворца. Ты к нему подойди, после Христу, Божьей Матери поклонишься, и к нему и скажи, деньги нужны Игнатию. Книгу выкупить первую. А я думал, кроме стихов у меня ничего не будет. И стихов-то немного было. Там 314 страниц всего. Я так думал. Егоренко. Вот. А фамилия девичья у нее была Тарбеева. Она какая-то маленькая монголовидная такая была. И уже перед самой смертью я пришел. Я говорю, ты помнишь? Я помню, помню. Говорить не могла где-то. Ну и все спрашивают, как. Ну молимся за ней. 25 дней. Ну и что? Ничего нету никак. Что? Ну, свои верующие. Это некоторые верующие, а бывает вера-то слабенькая. Ну и, дескать, ну вот что придумал, что попало там, вот то деньги. 40-й день уже утром, кто знает, что там, какие изменения. Да никаких нету. И вдруг часов 10 кто-то стучится. Knock on our door. Я, заходи. Заходит высокий такой человек. Вы, Игнатий Лапкин, да? Вы нуждаетесь в деньгах? Да, очень даже. А у него маленький саквояжик такой. Он говорит, я вам деньги дам, но под условием. Я говорю, если оно выполнимо, то я приму, а если нет, то я и обещать не буду. Чтобы никто не знал, что я к вам приходил. Я знаю, как за вас гонят. У меня, я не один, мы компания целая. Там это, ну там 3-4 человека, компания называется, чем они занимаются. Предприниматели. Хорошие люди, я уже узнал это потом. Вот. Я деньги дам, чтобы никто не знал. Я говорю, вопросов никаких. Я согласен. И по сегодняшний день я... И это первая книга, которую я выкупил. Мне надо в 40-й день, надо после обеда деньги принести, я принес. А потом, как вот Господь открыл, говорит, небо, и открою, говорит, житницы небесные. Почему? В Библии написано, Малахия, 2 глава, когда люди не платят десятину в церкви. Бог меня благословил платить фактически всю жизнь 9 десятин. Из 100 рублей 90 всегда я отдавал на дело Божье. А какое? Ну, печатание подпольных книг я относил баптистам, подпольщикам, другим местам. Вот тон-студию образовать надо было, распространять пленки, когда насчитал архипелаг, ГУЛАГ, Библию, Златоуста, 12 томов. То есть оригинал у меня был, вот они просто так. А 2500 часов. Что-то 50 книг аудио только. И все это пришлось издать. Вот за 9 лет такие самые-самые у меня были. Написано 3467 стихотворений. По 9 куплетов, 4-строчных. Это невозможно. И как? Это не бомж. Это Господь. Я любое стихотворение прочитаю, вот сейчас включу, тут я рассылаю сейчас кому. Это 4 тома по 800 страниц. Я в каждой книге в этой поместил, кажется, 240 страниц цветных иллюстраций, где бывали, где мы ездили, а ездили это не худо, бедно, 600 городов. Все страны Европы, Скандинавии, Прибалтики. Попутно сказать, я в этой одежде бомжа. И везде принимаю. Там в городе я босиком хожу. Босиком по асфальту. Приду в краевую администрацию. Мне нужды же никакой нету. Сейчас я просчитаю где-то. И за это же время вот было написано 33 тома. Написано. Я начальник детского лагеря и даже купаться не имел возможности. На костер прийти некогда было. Когда пятничный костер был. Ну понятно, что... Приходилось быть даже самому и корректором, и сам набирал в пейджмейкере. Помогали люди, конечно, и, ну и сам тоже сидел. С 8-го тома уже набор и все остальное делал сам. В фотошопе работать. И много занимался компьютером. А потом пришли такие наши люди, и меня сурово упрекнули. Дескать, вы взяли всю работу на себя, вас не будет, и мы еще будем стоять.
занимайтесь своим делом, а эту работу не трогайте компьютер. У нас мужья программисты, предприятия какие мощные, которые их приняли, или бывает сами руководители. Я говорю, мне как раз это и надо. Я отошел и больше не захожу. Сейчас обращаюсь, когда надо делать. Вот два дня я не выставлял, так и священники там откуда только. Что случилось? Ну вот поставили второй день. Я сейчас прочитаю стихотворение, которое здесь рассылал я. Они двойные, как бы сказать. А еще у меня тут стихи два. Притом все стихотворения имеют эпиграф из Библии. 1 Тимофея 5:8. Если же кто о своих, а особенно о домашних, не печется, не заботится, нет попечения, тот отрекся от веры хуже неверного. А не так, что кто хочет, тот верь. Ты уверовал, ты молчи, этого нету. Я пишу. Я не поэт, заранее скажу. Быть христианином в России совсем нелегко. Тем более даже с малюсеньким знаком протеста. На плаху потащит епископ, насадит на кол. Но чаще те казни, увы, посылаются вместе. И может подумать глухой и слепой обыватель, чего не хватало им. Церкви все даже открыты. Так судят, в ком совесть и сердце под ватой, кому идеал туалет, телевизор, корыто. И мечутся тени пустых припустых объединений. Крадутся за теми, кто Библию взять вдруг посмел. Патриотизмом утрутся со стервенением, зарядать на входе у храма святой самострел. Не просто решиться семейного уза расторгнуть, против течения выстоять, к берегу выгрести. А стая шальная попов из вчерашних парторгов плюют на святыню и гасят похлеще, чем в извести. Всегда, абсолютно во всем отвергать притязания монашеских сказок из тонких видений во сне. А сленка, увы, не к лозе, к белине привязали, приходится ныне пустыням в исламе краснеть. Подушно поборы с бесстыдством берут с прихожан. Они же пленены привязанностью к человеку. А если бы к Библии их приучили ее уважать, спасения в попах не искать, а в Христовой опеке. Заступники тьмы, бестолковые, злющие бабки, из храма толкают и бьют костылем по спине. В тупых головах перевернуто горько сделало сладким. Непьющие могут слепом в фанатизме пьянеть. Евангельской верой, как жупелом, поп их пугает, грозится причастие всех непокорных лишить. С крестовым походом, не с крестным зовут на поганых, и гнет под кривой патриарший аршин. И все же, насколько вернее успешней тому стоять, кто полностью сможет доверить Творцу Иегове. Авторитет безграничен, и нечего пятиться вспять. Толпа попирает их в грязь, и кресты им готовит. 10 января 2006 года. А вот эпиграф, притча 29:12. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Премудрость Соломона 6:5:8. Страшно и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими, но начальствующим предстоит строгое испытание. Вот где эти депутаты, которые по полмиллиона получают в месяц. Сирахов 10:2. Каков правитель народа, президентом кто, таковы и служащие при нем. И какое начальствующее, каков, над городом, таковы все живущие в нем. Враг человек насеял столько зла, все поле в плевелах невидной пшеницы, шитье испорчено, вся нить опять в узлах, не успеваем заново жениться. Кого не гнали недруги героев, потомки строят памятники бывшим, хотя при жизни неустанно роют им ямы и вдогонку злобно дышат. Писатели, поэты, журналисты, гонимые охайны в постели. При жизни Пушкин недругом освистан, а после дифирамбы не стыдясь пропели. Псалмы Давида 3000-летия читаются, поются, входят в нас, как он в горах, в пещере, словно в клетке, поет, как Иегова чудно снова спас.
Он недругам желает поражения от зрящего, судящего по правде. Беспроигрышно вел свои сражения, чинил поваленную недругом ограду. И думает про правнуки злодеев, уж мы-то бы не гнали тех пророков. Издали будущего станет же виднее, не извлекли из прошлого уроков. Все так же поношение от надменных, а своевольных оптом и поштучно. Год-два проносится и раздувает пену, и слава тощих пожирает тучных. Бог допускает быть гонимым верным, быть оклеветанным вчерашними друзьями, пахать и продираться среди терней, от холода презрения летом зябнуть. И горе, если будут все хвалить, ведь лжепророкам льстили и тиранам. Не сыщешь даже на могильных плит, а тех, кого Христос изгнал из храма. И здесь еще два эпиграфа. Это несколько стихотворений, это на эту тему. Вот здесь где-то у меня еще есть стихи. Вчера я сюда загнал. Вот стихотворение одно такое. Жизнь человека с чем кончается? Евреям 3.15. «Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». То есть услышано, скорее покайся. Сирахов 42.6. «Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? 10 ли, 100 ли, или 1000 лет? В аде нет исследования времени жизни». Ну, думаю, когда уж я рожусь, это я в чреве был еще, закончу грудь сосать и отнесут в детсадик, я там уверую, что друг мой Иисус, тогда меня не схватят, не посадят. Ну, думаю, до школы бы дожить, за ум возьмусь и буду крепко верить. Но кто-то снова шепчет: подожди, иначе ждут немалые потери. Ну, думаю, окончить бы учебу, я непременно разорюсь на свечку. Ну, вывернула, как по нотам щетка, чуть подожди, и возражать мне нечем. Ну, думаю, окончу институт, обзаведусь дипломом и работой. В который раз я слышал сердце стук, наверное, не менее чем в сотый. Ну, думаю, сначала я женюсь, найду красавицу на шумной дискотеке, и бабушка порадуется, пусть с внучатами покрестимся мы вместе. Но начались заботы и пеленки, и не до церкви нам весьма уставшим. Потом хватились. Жизнь-то на отлете, а мы день-ночь не разгибаясь пашем. Нам главное детей определить, женить, повыдать замуж честь по чести. Ну, думаю, с внучатами я влип, с их криками и глупостями вместе. То скорое, то снова валидол. Неужто жизнь закончилась вчистую? Так для чего я в эту жизнь пришел? Душа без Бога стонет и тоскует. Сегодня, ныне Божий глаз зовет себя отвергнуться и принять Иисуса. Даю открытым текстом не намек, что путь с Христом всегда был очень узким. 13 мая 2006 года. Матфея 16.26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Вот какие у меня стихи. Замечательные стихи проповеди. Ага. Замечательные стихи проповеди. Они вот все со смыслом. Ну, не все так ценят, иные критикуют. Я их и называю проповеди в стихах. Вот сейчас я покажу даже это, чтобы было видно. Открою свой сайт. Сайт во свете Библии. Это сайт называется. Стихи. Вот оно. Том первый, пейджмейкер в стихах. А это в Word'е есть. Вот я открываю пейджмейкер. Интересно, откроется он или нет. Сейчас посмотрим. А это что? Это нужно... Это скачивать. Так я понял. Ну, тут ничего уже не сделаешь. Здесь это еще есть у меня стихи. Вот надо увидеть, где. И там в этих... Там есть. Книги вокруг. Все, тут у меня нету больше ничего. Ну, неужели нету? Мне надо помочь тут поглядеть.
где-то слово стихи. А вот здесь вот. Статистика. Книги. Книги наши. Вот так теперь я, может быть, и найду. Книги, цена, симфония. Стихи. Вот они, нашел. А вот они. Стихи. Книги. Книга стихов. Нет, это не это. Стихи, книги уже готовы. Вот оно, первый том. Вот я открываю его. Это пейджмейкеры. Как они выглядели бы тома, если кто-то взялся издать. По 800 страниц книга. Это очень дорого. Все книги на офсетной бумаге, сшитые. Вот оно. Сейчас надо посмотреть, какая строка. А это что же такое-то? А вы назад зайдите, назад. А-а-а. Это я не могу сейчас разобраться, что у меня тут какая страница и сколько и чего. А, вот она, нашел. Вот она. Вторая страница. А теперь мне надо первая. А первая это куда? Сюда, наверное. Это почему на первой странице-то она мне не выводит? Минутку. Это я сам верстал. Что-то я забыл, как перелистывается. Почему нету, не знаю. Куда нажать-то? Ну вот оно, видно даже как, если я так вот возьму. Вот оно начинается. Каждая страница, 42 строчки. Выдержки из Священного Писания, вот оно. Ну, конечно, было бы неплохо, если бы это выделено было красным. Вот. Пример себе своим воображением. Это Виктор поет. Это все у меня есть. И вот 4 тома здесь есть. Ха-ха. Книга 3. Вот теперь открылась. Вот она, книга. Третье, как проповеди в стихах, название. Проповеди в стихах. Не стихи, а проповеди в стихах. Вот она какая уже. Видишь, как уже оформлена страница. Первая, вторая. Первая, не спешите меня хоронить. Вот она как книга раскрыта. Это вот она, страница. И вот сколько строчек. Все одинаковые. 36 строчек, вот это 37, 38, 39, 40, 40, ага, 40 строчек, и 42, 40 строчек, и вот теперь дальше могу листать, показать, как я и как, могу показать даже, что Виктор Николаевич Савченко, вот, поет. Сначала не было так. Вот это вот. Вот я сейчас только трону ее, и она сразу высветит. Как не было? Сначала не было так. Это мои стихи. Посмотрите, он может открыть сейчас. А сначала не было так. Евангелие от Матфея, 19 глава, 8 стих. В разные времена... Вот Господь благословил меня написать эти стихотворения. А Виктор Николаевич Савченко, это старший воспитатель в нашем детском лагере Стане в Потеряевке, в честь Климента Анкирского, он положил на музыку, играет и поет. Уж как это воспринимается, ну все по слову Божию. Чтобы рога была. Баранка.
На многое, что ныне видим в храме, от попрошаек лгущих оградки, до алтаря, до батюшки с дарами, мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям: я не сужу, а это нам так ново. Отдалие слова, от них все холодеет, судить вас будет слышано слово. Отдалие слова, от них все холодеет, судить вас будет слышано слово. Накладывай сравнение к одному один. Дымятся злобой, слыша это рясы, да замолчи ты, еретик, кретин. Но если я невежда, недотёпа, магистерскую степень не лизал, могу услышать, как ушли далеко, переродилась в дикую лоза. Христос сказал враждебным иудеям: я не сужу, а это нам так ново. Отдай слова, от них все холодеет, судить вас будет слышно слово. Отдай слова, от них все холодеет, судить вас будет слышно слово. То как не дрогнут камелавки митры, хотя бы раз открыв Новый Завет, кто исказил, придумал мудро, хитро и затемнил сошедший с неба свет. Умнее Бога впавшие в монахи кромсали изречения Христа, поволокли слова Его на плаху, а измышления свои на пьедестал. Христос сказал враждебным иудеям: я не сужу, а это нам так ново. Отдалие слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Отдалие слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Куда ни глянь, нас режет его фраза: сначала было это все не так. Торговлю убери, молись не для показа, не человека слушай, а Христа. Никто не благ, но только Бог один, так почему же преблагая Матерь пир собирает сыну властелин, а не заказчик вензелей на скатерть? Христос сказал враждебным иудеям: я не сужу, а это нам так ново. Отдалие слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Отдалие слова, от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. От них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Ну и все. Вот я нажми. Нажми его крепко.